здесь поселились до нашей рыбы в 680 году мегарейцы, такой народ, они из Греции переехали. У них были два группы, первая группа в Азовской части поселились, называли город Калькедон. Вторая группа прямо здесь поселились, называли город Византион. Их командир был Визант, в его честь называли город Византион, это значит город Византии. Потом до нашей рыбы в 146 году Римская империя захватила эту территорию. Потом в 335 году Константин заново построил Константинополис, в его честь называли город Константинополис, это значит город Константин. Потом в 395 году разделили на две части Римской империи. Западная Римская империя, Восточная Римская империя. И Константинополис стал столицей Восточной Римской империи.